Значит, на 2 дня 43 евро. Very good. Завтра мы опять покатаемся. Two days. 86 евро. Отлично, у нас завтра в 5 часов поезд в Франкфурт. Значит, мы на 86 евро займем себя на 2 дня. Нам не надо будет покупаться. Да. Вот здесь, значит. Папа, бери. И оплакс. Я взяла. Yes, I go up. Я пойду наверх. Sit down. Девчонки, селфи. Да. What time they start? In 3 minutes. And after we change other line. Вот они показывают, на каких языках: французский, английский, японский, русский. Так, это, наверное, китайский, да, чайнис? Какие тут языки-то? Мы что-то не поняли, что это они тут пишут. Какие-то скидки. Maybe it's different direction. Maybe we take for everything, for all red and blue. Может быть, мы взяли и для синий, и для красный. Вот. А это, наверное, какая-то одна. 22 евро. А то мы что-то уже огорчились. Сразу раз и нас немножко это не проинформировали, что есть выбор. Я уже подключила наушник, а там какая-то опера. Даун. Ну вот я в Питере тоже брала в прошлом году на 2 дня. На 2 дня это стоило 1100 или 1200, а на 1 день стоило 900 в том году. Не знаю, как сейчас. Сити-туры тоже. Выходи, где хочешь. Так, а ты мой наушник. Я буду по-русски слушать, если что. I will change language. I will take Russian language. I even go in bus sometime alone and go up to the last stop and look around and come back. Пока что у меня в наушниках только музыка. I did in Siberia also like that. Такая музыка. Too many hotels. Я нашла русский язык, это 8-я. I found Russian language. Yes, yes, must be. Пока говорят, чтобы не высовывали руки и ноги из автобуса. Ой, голову. Самый красивый город Европы, они сказали. Good music. Слушай, давай танцевать. Рю де Сан-Кентон. Важная часть гостиничного района. Через эти оживленные станции приходит большое количество посетителей. Поэтому многие дома здесь 2- и 3-звездочные гостиницы, чтобы удовлетворить спрос. Кому не принципиально останавливаться в центре, здесь можно снять гостиницу по умеренным ценам. На бульваре Демажента находится рынок Сан-Кентон.
самый большой продовольственный рынок в Париже. Сан-Кенто, очаровательный исторический рынок из стекла и стали, работает во все дни, кроме воскресенья. Darling, they speak already very interesting about market, about... В Париже 75 рынков. Это очень важно для парижан что-то покупать. По левой стороне приближается Восточный вокзал. Железнодорожная станция, обслуживающая восток Франции. Это самая красивая, но не самая большая станция Парижа. В 1888 году впервые отправился Восточный экспресс в Стамбул. Между платформами 2 и 3 находится бомбоубежище времен Второй мировой войны. Вмещает 70 человек. Я даже не знаю, будет слышно, если я приложу один наушничек. Прекрасная готическая церковь, это римско-католическая церковь. Алло. Конструкция появилась в 15 веке, и стиль менялся. Окей. А, сейчас. Дерево похоже на ним. Это район развлечений. Театры, бритые, бары, клубы. Бульвар Базельер. Шикарный парижский подарок можно купить здесь, поблизости от главного бульвара. Вот на этой улице. Камон Опера. Площадь оперы. Опера Гольер. Олег Гольер. Борис Гольер. Элегантная опера. Это авеню де л'Опера. Лувр находится в 5 минутах там. И можно поменять и пересесть на красную ветку этого тура. Мы пересели с синей ветки на красную. Сейчас поедем по другому маршруту. Old man happy. Да, мы счастливы. Павильон де Рохан.
осторожно протискиваемся сквозь арку. Лувр. Лувр. In Berlin also they have same. Потрясающе. Французы очень гордятся этими пирамидами, и число посетителей Лувра удвоилось после того, как они построили вот в центре эти пирамиды. Лен Браун говорил, что там 666 стеклянных элементов. На мосте за Лувром можно выйти и посетить Лувр. Потом вернуться опять же в сити-тур. Вот это сено. Эту песню у нас поют в наушниках. Слышно? All right, ladies and gentlemen, welcome back to my live guided tour. As always, my name is Laszlo, and I am your tour guide for today. Hope you're having a great time. We're going to have a beautiful Poland. It's known to be the known to means in French, le Louvre, which is quite ironic because it's actually the oldest. Actually, this will be the only statue you'll be able to find inside of Paris because during the French Revolution, people destroyed anything that had any history. Disobedient and a little cheeky. We don't really like the police around here. So, something and go for the people think. The chicken is Мы подъехали к собору Парижской Богоматери. 387 ступенек без лифта, если подниматься наверх. Сейчас люди, кто хочет, могут выйти у собора Парижской Богоматери. Крутая торговля. Всем хочется привезти какие-то сувенирчики, которыми потом, конечно, пользоваться никто не будет. Память и сам факт шопинга в Париже. Это прекрасно. Билетики. Карточки. Готовить круассаны надо вот в таких парижских карточках. Руэ Лагран. Улица. Yeah.
Вот так его сейчас реставрируют после пожара. Дорогие, какие страсти сейчас рассказывают, что давным-давно здесь была мясная лавка, и продавались вкусные пирожки, и пропадали студенты. И однажды у одного студента собака выла возле возле магазина, и пришла полиция и обнаружила там много скелетов, а мясо использовали на пирожки. Это ж кошмар. Это мне вот это все рассказывают. Парижский монетный двор проезжаем. Институт Франции. Сергей Шпец Академия, самая известная французская академия. Очень ждённая кардиналом Ришелье около 300 лет назад. I'm a professional here. В этом доме жил Вольтер, улица названа в честь Вольтера. Он сказал знаменитую фразу: если бы Бога не было, его надо было бы придумать. И вот там есть ресторан Le Voltaire. Он известен, Вольтер, своей ненавистью к нетерпимости и вольнодумству. Вот тут памятная доска. Вольтер и ресторан. Вольтере. Набережная. Это мой сын. Мы спорим с Саши, он говорит, она сказала, что тут было до того, вот, я бы не она, а он. Я говорю, это юноша, а он говорит, это девушка. Такое прелестное юное создание, что не поймешь. А Саши говорит, она так машет ручками. Не любуюсь нашим гидом. Я думаю, все-таки это юноши лет 16. Прекрасная линия перспективы. Столько всего интересного видно. Потрясающе. Мы на Елисейских полях. Здесь самая дорогая торговая недвижимость. У него расположены самые прекрасные здания и монументы. Он расположен между площадью Согласия и Триумфальной аркой. Елисейские поля реально были полями и рыночными садами до 1600-х годов.
Елисейские поля означают рай для праведных. Как-то так. Он говорит, это лучшие магазины в центре, самые дорогие. Становится жарко. Погулять, вернуться. Мы сейчас объедем, разузнаем, какие места, где остановки. Сейчас мы проедем вокруг Триумфальной арки и поедем вниз по Елисейским полям. Арка была начата по приказу Наполеона в 1806 году, но он не дождался ее окончания. И когда он умер, его тело торжественно принесли под этой аркой. Здесь даже Гитлер давал парад и Шарль де Голль в 44-м, а Гитлер в 40-м, его армия маршировала вокруг этой арки. Триумфальная арка. Велосипедное соревнование Tour de France заканчивается всегда здесь, на Елисейских полях. Ой, держи. Мне больше досталось. Отель Деля Паева. Большой особняк. Проспект Уинстона Черчилля. На том куполе 10 килограмм чистейшего золота, $300,000. Это статуя Джорджа Вашингтона. Французы поддерживали американцев. И когда революция победила, тут были танцы и радость всеобщая. И статуя свободы в Нью-Йорке. Это подарок от французов уже американцам. Они симпатизируют и дружат, Америка и Франция. Красота наверху. О, какой прекрасный вид для селфи. Yeah.
7 миллионов человек в год посещает эту башню. Самый посещаемый монумент в мире. Из башни. Что там? Отличный вид на эту башню. Девушка фотографирует так с земли. Французы называют «Les Dames de Fer» – «Железная леди». В зависимости от температуры она на 15 сантиметров выше или ниже расширяется. Остановка красной линии, вот и у Эйфелевой башни. То бишь можно на этом автобусике все достопримечательности посмотреть.